Намасте, прекрасные души, сегодня потоковая практика у меня для вас перед сном. Располагайтесь удобно, сидя, скрестив ноги, или удобное для вас положение, может быть, для вас удобно будет сидеть на коленях или в позе лотоса, полулотоса. Сохраняйте ровную прямую спину. Мы начинаем нашу небольшую практику перед сном. Практика займет 11 минут вашего времени. Для настроя на практику сложите жест намасте или ладони вверх на колени. Можете положить руки так, как вам удобно. Главное, чтобы ваша спина была выровнена. Наклоняем голову в одну и в другую сторону, приводя то правое ухо, то левое к плечу. Поочередно правое ухо к правому плечу. Плечи опущены, не поднимайте их наверх. И к левому плечу. Медленно, плавно. Слушаем музыку, растягиваем нашу шею. Теперь круговые движения вправо, медленно, полукруг, не сильно запрокидывая голову назад, подбородком ведем от правого к левому плечу. И в другую сторону. Слушайте музыку. Полагайтесь на свои ощущения в теле, в шее, в шейном отделе позвоночника. Мы все делаем в йоге без усилий, мягко, расслабленно, дышим, но одновременно соблюдаем, чтобы у нас плечи были расправлены. Вот сейчас как раз мы с плечами делаем проворот назад. Три. Спина ровная, за макушкой тянемся наверх. Четыре. И вперед плечи. Два. Полный проворот. Три. Двигайтесь в потоке музыки, в своих ощущениях. Хорошо, руки через стороны. Наверх. Медленно, плавно захватываем воздух на вдохе. И руками соединяем пространство. Соединяем замок, замок наверх из ладоней. И выполним наклон вперед. Живот приведем к бедрам. Локти по возможности на пол или близко к полу. Можно установить ладони на ваши пятки, если вы сидите со скрещенными ногами. И медленно, плавно поднимаемся наверх. Выполним наклоны в сторону. Вправо. Оставляйте обе седалищные косточки на месте. Тянемся строго, вытягивая в сторону, вытягивая поочередно то правый,
правую боковую поверхность от тазобедренного сустава до грудного отдела. Ощущаем вытяжение мягко, плавно, в своей амплитуде. Хорошо. Руки намасте перед грудью. Понаблюдаем своими ощущениями, послушаем музыку, внимание направляем в зону межбровья. Можем петь про себя или вслух мантру. Хорошо. Встаем и выполняем позу собака мордой вниз, переминая с одной пяточки в потоке музыки, с одного носочка на пятку. Продолжаем толкаться ладонями от коврика и переминаемся с носка на пятки. И приведем пятки к полу, выпрямим правую ногу, подшагнем под себя, левую ногу тоже выпрямляем, переднюю поверхность бедра укладываем на коврик, выпрямляемся, поза голубя. Левой рукой захватываем левый голеностоп или за носок и притягиваем ближе к ягодице. Слушаем музыку. С каждым выдохом еще больше стараемся расслабиться. Опускаем левую ногу. И ложимся животом на правое бедро. Ладони вдоль корпуса, развернуты в потолок, лоб в коврик. Аккуратно ладони заземляем, снова выходим в собаку мордой вниз, переминаемся с носка на пяточку, плавно, мягко, любя себя, левую ногу поднимаем наверх, подшагиваем под правую, правую вытягиваем назад бедром, выполняем позу голубя. Тянемся передней поверхностью правого бедра в пол, а ягодицей левого бедра тоже в пол. Такое двойное движение. И захватим правую стопу правой рукой и тянем к ягодице. За макушкой продолжаем тянуться наверх. Хорошо. Сейчас укладываем живот на левое бедро. Слушаем музыку, мантру. И с каждым выдохом расслабляемся еще глубже. Аккуратно заземляем ладони, встаем снова собаку мордой вниз.
переминаемся с ноги на ногу и подшагиваем ногами сначала в центр коврика, потом ладонями, и выполняем складку, повисаем вниз головой, расслабляемся. Можно ладони убрать под носки, попереминаться с ноги на ногу, сгибая, разгибая колено, одно, другое. Из стороны в сторону можно сделать локтевой замок и повисеть еще несколько минут.